сегодня для своих деток я хочу приготовить блины. Давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Итак, у нас здесь мне понадобится молоко. Здесь у меня 500 мл. Также нам понадобится кипяток 500 мл. Сахар, соль, мука, одно яйцо, немного соды, уксус, чтобы погасить эту соду, и растительное масло. Сначала сбьем наше яйцо. Сильно сбивать не буду. Добавляем молоко. Молоко у меня теплое, температура приблизительно 30-35 градусов. Добавлю муку. Так, потихоньку буду взбивать. Тесто мы размешали, добавил я приблизительно 400 грамм муки, вот такое оно густое получилось. Теперь добавлю сахар, сахар добавляйте по вкусу, кому как нравится. 2,5 ложки будет достаточно. Так, добавлю соль. И добавлю соду. Соду я сначала погашу. Ну, чуть меньше пол чайной ложки. У меня в стаканчике немного вода. Так. Все это хорошо перемешаем. Тесто мы хорошо перемешали. Теперь давайте добавим кипяток. Чайник у меня только что закипел. Пол-литра. На пол-литра молока, пол-литра кипятка. Все это хорошо перемешаю. Сковородка у меня нагрелась. Конечно, не самая удобная у меня сковородка. Длинная у меня нет. Но будем печь на этой. Так, смажем маслом. Перевернули мы наш блинчик, вот такой он получился. Выпекаю я на сильном огне. Такие блинчики с дырочками у нас получаются, кружевные. Вот такие блинчики у нас получились.
посмотрите, сколько. Больше 25 штук. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, комментируйте и, конечно же, подписывайтесь. А также заходите на канал моей дочери. На своем канале она будет выкладывать обзоры на все то, что я готовлю. И также, кому будет интересно, заходите в Instagram, ссылка будет в описании. Всем удачи, всем пока!